1975 года. Тогда знание космонавтами языка своих коллег оставляло желать лучшего. Это затрудняло общую работу на орбите, и, тем не менее, серьезных проблем удалось избежать. К радости этого не было. А мы договорились так, особенно с Валерией Басом. Please say it again on the slowly. Пожалуйста, повтори это, только медленно. Это постоянно у нас. Это подтвердилось буквально через мгновение. Ведь в космосе русские. Some.